Всем привет, это Сергей Табачников и в эфире «Надел». Хорошо, сегодня я люблю тыкать в «Радиал», «Тони Бонни», «Ход Бритиш», «Дистаксион». Та-да! Значит, здесь что есть? Во-первых, абсолютно замудированное питание. На сайте написано, что именно оно и только, блять, оно способно прокачать лампу. Это 15 вольт 400 миллиампер. Никакой стандартный блок не подходит. Но можно, конечно, обойтись различными штуками, такими как стабилизатор, чтобы хернуть с 18 вольт стандартного питалого Вудулаба, или использовать стандартный родной адаптер. Тем не менее, звучит хорошо, звучит очень хорошо. Пожалуй, это единственная примочка, которая нравится мне. Довольно длинный промежуток времени продолжает нравиться и будет нравиться. Директ звучит вот так. Ты видишь, на специально прикрепленной картинке с правого верху сейчас три сатанинских переключателя находятся внизу. Крутилки, крутилки. Нагнул. Я перевел селекторы в среднее положение, слегка подубавил громкость и получил. Замечу, что когда селектор войсинг стоит в средней позиции, это означает, что происходит вырез вот такой. И ручка контур становится активной, меняет, так сказать, на поле эквализера, где эту самый вырез сделать. Покрутим! We'll be right back.
можно еще добавить середину. Топ-энд. Верхняя позиция. Топ-энд середина. Топ-энд дарк. Если селектор войтинг стоит на режиме FAT, Макдональдс режим, то это означает, что эквализер наоборот выпират, а ручкой контур определяешь, в каком месте он выпират. Попробуй. Контур по центру. Фаны хич и лов тоже работают. Довольно экстремально, поэтому я пришел к выводу, что лучше оставлять все по центру, ручку, гейну по вкусу. Для чего нужен обзор? Для того, чтобы испортить впечатление, поэтому я постараюсь сделать сейчас самый уебанский звук. Итак, это была прекрасная совершенно педаль. Радиале, тон бане, ход бритишо. По-всякому умеет. Сегодня мы должны понимать, что такое легатово. Легатово — это когда ты один раз ударил и пошел. Примерно так. Как? Вот эта вот рука, она нужна только для того, чтобы подчеркнуть. В принципе, то можно и без нее. Я ее покладу сюда, просто чтобы зафиксировать, чтобы лишнего шума не было. Делаешь. Или другая. И потом убираешь. Вот так. То есть нажал, подсек. Я могу сделать и просто. Но тогда она будет тише. Поэтому нажал, подсек.
Один хороший удар правой рукой никогда не повредит, особенно какой-нибудь гадюке ночью. Но на гитаре тоже пригодится. Ты делаешь один раз, и потом поехал. Легитируйте! Легитируйте! Это же так просто и весело! Ай, блядь! Что ж сегодня за день такой? Итак, музда. Сегодня не как обычно, я просматривал свой email и обнаружил очень много, действительно очень много приятных видеороликов, где вы делаете творчество. Было очень нелегко выбрать кого-то самого артового, но я собрал волю в кулак. И представляю вашему вниманию передачу, которая называется «Бридж». «Бридж» — это программа, направленная на то, чтобы гитаристы, особенно те, которые только взяли в руки гитару, смогли быстро освоить те приемы игры, которые они хотели бы. Palm Mute — это прием, который заключается в глушении струн около бриджа, однако не полностью, а лишь частично и до такой степени, чтобы нота звучала жестко и мощно. Спасибо за вопрос, дорогая рука. Все дело в вашем мозгу, потому что ваш мозг — это ваш враг. Меньше знаешь — быстрее играешь. Нужно вот взять эту руку и голову как-то вот так вот прикрыть, потому что она вам не нужна. Вам нужно что-то на уровне вот здесь вот. У всех руки соображают с разной скоростью. Абсолютно у всех. Ваша задача как-нибудь хотя бы это сбалансировать. Делайте какие-нибудь там упражнения с маленькой скоростью и постепенно развивайте. Вы и сами все это прекрасно знали, не нужно было меня об этом спрашивать. Если действительно не жалко времени, то есть время, как правило, у современного человека мало, от 15 до 30 минут в день свободных. Поэтому, если его не жалко, то вместо того, чтобы играть на гитаре, попробуйте
кушать пищу левой рукой, вилочка, ложечка или еще лучше китайские палочки в левую руку и вперед. Поэтому просто старайтесь, старайтесь что-нибудь делать. Блять, как сука больно! Старайтесь делать что-нибудь своими руками! Итак, это был надел. Встретимся уже совсем скоро. Не забываем, что близится Октобертур. Поэтому следим за новостями. Покупаем билеты до соседнего города, потому что 8 концертов всего будет. Крайне незабываемые абсолютно вещи там будут твориться. Это нужно видеть. Об этом нужно будет рассказать детям. Всем быть!